прикосновение. Во мне однажды что-то разорвалось, когда я в сердце сдерживала крик. Мне с этим жить, конечно, получалось, но не давал покоя этот стык. Не знала я, к кому мне обращаться, куда бежать и кто поможет мне. Годами приходилось притворяться, скрывая боль в себе на самом дне. На людях я уверенно держалась, скрывая за улыбкою рубец, но в поисках я убеждалась, что нет во свете Спасителя сердец. И сколько б я металась так, не знаю, но вдруг все встрепенулось вновь, когда услышала: «Придите, исцеляю, даю надежду всем, кто верит мне». Я слышала тот голос не ушами, а как-то по-особому внутри, его мне спутать было с голосами, что звали из газет и из витрин. Я сразу поняла, это не сказка. Прилюдно вдруг расплакалась навзрыд, я словно умывалась, словно маска, с лица стекала, обнажая стыд. Все тайные пороки и лукавства вскрывалось все при свете. Добрый глаз, мне вдруг понятно стало христианство без объяснений, убеждений и прикрас. Вдруг просыпалась совесть, сожаление, гордыня будто трескалась по швам. И участилось так сердцебиение, что я упала к распятым ногам. Склонила голову, решай, что будешь делать своей пронзенной, раненой рукой, где надо распори и можешь резать. Я сердце отдаю наперекой. Давно уже нуждалась в диагносте, мне жить мешает этот грубый шрам, там все так срослось, взгляни под кости, и ты, Христос, увидишь это сам. Закончи операцию пораньше, мне без наркоза ждать не в моготу. Избавь от подхотливости и фальши, собой заполни эту пустоту. Я больше ничего не объясняла. Он знал меня и видел все насквозь. Спаси меня, тихонько прошептала, уверенно раскрыв руки врозь. И вот совсем без сил лежу босая, вот яркий свет сканирует глаза, края его одежды в руке сжимая, я слышу, наклоняет небеса. Мне будет больно, четко понимаю, ни слова в оправдание не скажу, а тишины звенящей умираю, и как струня натянута дрожу. Создатель жизни и творец рассвета, конечно, мог он сердце излечить, но вдруг сказал: оставить тебе это или на новое помягче изменить. Такого я совсем не ожидала. В слезах кивала только головой, и важностью процедур сознавая, я знала, становлюсь теперь другой. Прости меня, я недостойный дара, и вряд ли я смогу тебе воздать. Но Бог ответил тихо: да, немало, сердца такие стоят, но отдать. Я обещал их всем, кто будет верить, кто будет по моим идти следам. И цену эту людям не измерить, я кровью расплатился по счетам. Я на сердцах пишу законы Божьи и изливаю в них свою любовь. Я делаю их мягче, шире, больше, но вот твой экземпляр уже готов. Я тяжело дышала и боялась, грудная клетка, наспашь и дыра. Я видела, так Богом извлекалась, обиды, лжи и похоти гора. И вот свершилась пересадка сердца, вздохнуть легко и так легко любить. Обнять весь мир хочу и раствориться в елее радости, чтобы другим служить. И вот я боль чужую ощущаю, о сиротах, о бедных и больных молюсь и сердце Божье понимаю. Я слышу плач и плачу за других. Вот так меня достигла милость Божья. И пока слышен стук в моей груди, я буду петь, как чудно совершилось прикосновение израненной руки. Аминь.
Дорогая церковь, мы...